А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в... Как оно, блин, называется? House Builder или... Я не помню название. Я в этих названиях уже запутался. Короче, давайте посчитаем, сколько чего нам нужно. А, входные двери. Один штука. Купить. А окна... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 и сверху. Двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бассейн 22. 22 окна нужно еще. Есть. Так, я не знаю, как мы их тут будем ставить. Так, а как нам выбрать дизайн? Ёпта. Ну, мы же потом сможем сменить стиль его, да? Или нет? Я думаю, сможем, наверное. Хочется в это верить. Применить. Так, это есть, это тоже есть, и это есть, и вот это есть. Так, и последнее на этом этаже. Принять. Есть. Тоже есть. Готово. Так, давайте, наверное, сразу дверь еще поставим. Блин, вообще коричневый воткнул. Ну, бывает. Чтобы лишний раз время не тратить там на всякую фигню, можно и попрыгать здесь немножко. Так, тут есть вот эту сторону. О, это что-то я забыл немного. Есть. Отлично, теперь здесь. Есть контакт. Так, вот эти вот мелкие окошки.
И последний. Так, теперь нам нужны ручки, чтобы это все воткнуть. Только здесь какие-то проблемы у нас с расстоянием. Видимо, на других местах будет все гораздо сложнее. Фиг его знает, какой подоконник сюда лепить. Пусть будет белый. Там посмотрим. Я ж надеюсь, мы еще сможем это все дело изменить. Снизу мы не допрыгнем, придется какую-то табуретку ставить. Ух ты, блин, прикольно, не дозакрутил. Принять. Интересно, могу тут? О, могу. Идеально. Так. Сейчас поднимемся, еще раз попробуем. Ну, как минимум одно окошко получилось. Там нужно было, наверное, чуть быстрее двигаться, а не тупить, как я. Во, есть контакт. Но с другой стороны то же самое будет. Потому что отсюда мы туда не пройдем. Мы сразу свалимся. Так, принять. И сейчас точно так же на ту сторону пройдемся. Блин, упала, зараза. Принять. Есть, отлично. Просто идеально. Окна собираем, чтобы не лазить. Принять. Так, второй этаж полностью готов. Пройдемся по первому, наверное, отсюда тогда. Нужно будет там еще подоконники пошевелить снаружи. Не знаю, со стульчика выйдет или нет, но если для этого пригодятся леса, пригодятся, понадобятся, это будет крайне тупо. Потому что придется их таскать туда-сюда, туда-сюда. Чего я совершенно не хочу делать, поэтому я там по окнам и скакал, чтобы всякие леса не ставить или табуретку там, потому что табуретки, я думаю, мы бы так не достали. Я просто думаю, когда мы сейчас закончим это все дело, у нас откроется режим типа, ну, все делать, и мы сможем активно это все менять, в теории. Насколько это будет правда, неизвестно, но хочется в это верить. Белые подоконнички, в принципе, можно ставить. Нормально выглядит. Какие-то каменные. Как-то неинтересно. Хотя, для прикола можно затестить. Может, там какие-то будут особо интересные. Принять, и последнее окошко.
Есть контакт, отлично. О, прикинь, дверь не установлена. В смысле? Еще ближе подходить нужно, куда ж ближе-то? Вот, дверь работает. Ну-ка, до подоконника дотянемся. А если отсюда? Ну, смотрите, уже предлагают выбрать. Снаружи какой-то другой, не такой. Ну, мы сейчас сначала все доделаем, потом уже будем заниматься этим делом. Что-то у нас как будет снаружи, потому что мы еще даже дом не покрасили. Думаю, там работы у нас будет хватать. Да. Странное решение. Ну окей, что поделаешь. Принять. Так, последнее окошко на первом этаже. Есть. Так, где наша табуретка? Ну, как минимум, можно пользоваться. Уже хорошо. Так, она сразу поставить, чтобы на два окна можно было разойтись. Сейчас посмотрим, получится, так не получится. Хренушки по всей морде. Давай орете. Прикольно. Есть. Здесь еще. Так. Надо что-то думать вот с этими... О, вот тут еще. С этими окнами надо что-то думать. Это крайне тупо. Так, а я могу еще одну такую же фигню? Нет, не могу. Блин, ну не хочу сраные леса ставить. Ну это тупо. Походу придется. Хотя да. Их, в принципе, все равно придется ставить, чтобы сейчас крышу строить. Тут еще внутренние перегородки, у нас их миллиард будет. Пока что оставим, не буду разбирать. Принять. Лестница. Где у нас вход вообще? Надо было два входа сделать. А, наверное, сначала нужно купить. Купить. Чпоньк. Я даже не знаю. О, черная крутая. В чем разница? А, тут типа несколько лестниц и все. Тоже прикольно, аккуратненько выглядит. Давайте эту. Так, металлопрофиль. Последний этап перегородки. Пожалуй, нет. Не будем менять. Так. Потом купим. Так, профиль. Давайте сразу сотку. Гипсокартон сотку.
Минвата, сотка, изоляция, сотка, бетонные блоки, миллиард. Чтобы потом не пришлось покупать. Продать всегда успеем. Что тут вообще нагородилось с этими комнатами, непонятно. Кстати, комнаты на самом деле такие маленькие получаются. Что-то думал, что они огромные какие-то будут. Они вообще все малюсенькие. Что это было? Надо сохранить на всякий случай. Тут он так проморгало конкретно. Так, перезаписать. Где наша дрелька? Короче, сейчас, наверное, везде сверху пройдемся, а потом снизу и сразу будем новое ставить. Я там хоть закрутил? Наверное, да. Отлично. Так, продолжаем хреначить перегородки. Так, вот тут я забыл проходик сделать. Слушайте, я даже не знаю, где у нас будет уборная. У нас тут такие окна огромные. Походу будет все на виду. Ну, ничего страшного. Мы что, жить не будем. Ага, а закручивать что, не нужно, что ли? Слушайте, такое ощущение, будто нам сразу предлагают просто гипсом обшить и все. Да вообще без проблем. Ну, кстати, хоть как-то комнаты теперь выглядят. А, я понял. Они типа за 6 какой-нибудь стороны, а дальше уже разберемся. Есть? Есть. Так. Да, нужно было как-то это все аккуратнее делать. Это сейчас придется бегать по всем комнатам, собирать эти болтики. Там что-то не хватает. А, понял, просвечивается. Так, дрелька наша. Наша дрелька. Нужно будет сейчас тупо все комнаты проверить. Потому что качество работы у меня прям на уровне. Есть, есть. Минвата. Поехали. Сразу, наверное, гипсом будем зашивать. Чтобы на это все дело не смотреть.
и не путаться. Так, мы здесь явно не запутаемся, здесь со стеной все в порядке вроде как. Отлично. Так, снова дрелька в ход пошла. Кстати, самое интересное, что смотрите, у нас, я понял, бетонные, то есть из блоков, а мы сделали чисто вот обычные перегородочки из дерьма и палок. И знаете, меня это устраивает, потому что блоки пришлось бы тут укладывать хрен знает сколько. А это все, считай, раз-два и готово. А блоки тут выкладывать, это было бы очень долго. Надеюсь, там нифига нет за лестницей. А, зараза, блин, еще второй этаж. А я про него забыл, прикинь. Если я так вел, будто его и нет. Прикольно. Блин, будет эпично, если за лестницей какой-то саморез не закручен. Я прям вот вообще не удивлюсь. Так, все четко. Есть. Так, ну погнали на второй этаж тогда. Здесь примерно то же самое, но комнаты побольше, то есть работы, соответственно, меньше. Все. Так, дальше что? Нифига себе, закончились, прикинь. Так, я думал, много будет. Давайте тридцаточка. Я думаю, будет более чем достаточно. Так, где там проход? Походу, тридцаточки не хватит. Так, гипс. Снаружи позашиваем. А внутрянке будем уже утеплитель хреначить. Прикольно, закончился. Также 30. Может хватит, а может и нет. Сейчас узнаем. Не, не хватит. Нам же еще нужно внутри зафигачить. А, мы их не закрутили. А, мы и гипс не доложили даже. О, это не гипс. Вот гипс. О, отлично. Так, теперь нам нужен наша дрелька.
Все, наверное, да. Походу нет. Да, не все. По минвате сразу видно. Ну что, у нас две комнаты всего лишь? Есть. Так. Дальше гипсик. Что закончится? Буду через один, чтобы понимать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 гипсиков. Крыша. Так, слушайте, давайте, наверное, окна поменяем, потому что нам как-то так их предлагают. Вдруг потом у нас не будет шанса. Выберите цвет. Допустим. Ой, нет, точно не то. Причем в окно еще выйти можно вдобавок. Прикольно, но нет. О. То, что нужно. Отлично. Ой, не туда, вот сюда. Есть контакт. Так, а эти окошки какие? Такие же сделаем. Пусть будут такие же. Так. Ух ты, блин. Есть. Так, давайте подоконники посмотрим, что тут с ними можно наворотить. Черный полосатый. Кирпичный, ничего особенного. Ах, типа можно делать ровненькие еще. Он был такой установлен. Блин, ну только когда уже отделку сделаем. Так я не догоняю даже, что нам нужно. Так. Леса продолжаем настраивать. Поставил, что ли? Ой, что-то я рано залез. Так, 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 так. Крыша. Чертежик. Стропила соточку. Черепица соточку. Кстати, надо продать барахло. Все блоки. Это. Ну, отлично. Блин, я бы хотел плоскую крышу, поэтому поставим максимально с маленьким углом.
вот здесь. Так. О, черепичку можно поменять цвет. Черная пусть будет. Нормально выглядит. Последний штрих. О, бассейн еще точно. Воу. Так, у нас тут, кажется, лишние запчасти. Как тебе нахрен снести? Есть. Ой, что-то снизу она такая стрёмная. Так, магазик. Чего от нас хотите? Я думал, выкапывать придется. Выкопать землю. Так она... А, понял. Я смотрю, думаю, так он уже выкопан, бассейн. Думаю, что тут копать-то? А, это под дорожки еще мы тут копаем. Понятно. Теперь все ясно. Что я миллион дорожек не сделал? Или сделал? Он так дерганно их выкапывает. Она длинная. Блин, даже сколько раствора придется сюда? 5 миллиардов тонн закинуть. А тут что? А, это ко входу. Так, засыпать песком. А, ну, мне явно для... Хотя нет. Нужно сначала вот это барахло высыпать. Драгоценный раствор. Высыпаем просто на землю. Или выливаем. Есть. Ой. Лопатой будет быстрее. Так я 4 раза кинул. Почему 93? Полосочку пройти. Потом уже и в других местах можно. Так, на базу за песочком. Так, ну хоть засыпается более-менее на этих дорожках как-то нормально. Так, погнали сразу оттуда, чтобы далеко потом не бегать. 45, думаю, достаточно много сейчас можем здесь засыпать.
неплохо. Сейчас одной тачки хватит как раз на все. Вот с раствором явно будут проблемы. Оказывается, 5 лопат нужно. А, то есть сразу булыжник, то есть раствор даже не нужен. Шикарно. Так, песочек сейчас высыпем весь. Такое ощущение, что вот так вот он медленнее тратится. Так, купить булыжник. Плитка X100. Брусчатка X100. Жаль, цвет сменить нельзя. Есть. Ёпта. Эй. Ядрен батон. А, правый подняться. Я левый пытался подняться. Ну, кстати, наверное, нужно будет переставить куда-то сюда поближе. Брусчатка. Что у нас тут интересного, простого? Нет, нет, ну хз. Или вот такую светленькую. Ну-ка, прорисуйся. Что, не будет прорисовываться? Я думал, оно прорисуется и будет нормально. А, во, вот тут прорисовалось. Нормально, отлично выглядит. Погоди-ка. А, подожди. Как я там повернуть, блин? Так, сойдет? Наверное, да. Так, дальше. Сейчас закончится. Так, ну давайте полтинничек, что ли. Полтинник много. Ну ладно, уже взяли. Хотя израсходовали уже. Немало так-то. Смотри, сколько. 30 штук улетело. Так, продать. Все, все. Дальше что? О, утеплить здание. Охренеть. Прикольно. Что нам для этого нужно? Изоляционные плиты. А, во. Блин, леса нужны будут снова. Угу, туда я не достаю, понятно. Придется леса везде лепить. Давайте тогда хотя бы первый этаж сейчас обработаем.
Слушайте, количество-то приличное нужно. Все. 400. Итого будет 500, с учетом того, что соточка уже улетела. Еще нет. Думал, готово все. Суммарно 500 штук очень мало. Столько просто этих плит идет, охренеть можно. Придется явно докупать. 139 штук осталось на весь второй этаж. Так, нам нужны леса просто в круг. Это не здесь. Охренеть. Так, надо сейчас придумать, где нам наверх залезть. Потом их разбирать придется еще 15 лет. Только нужно будет сразу штукатурить, наверное, на втором этаже. Блин. Допрыгался. Провалился нахрен. А что-то пошло не так. Куда я там упал? А, я просто с дистанции сбился. Понятно. Я думаю, нужно докупить 200. Итого 800 штук получается у нас. Суммарно. Не знаю, сколько, конечно, уйдет. Но явно будет видно. Все. Ха-ха.
Все, нет. Я, по крайней мере, ничего не вижу. Но нужно проверять. Вроде все отлично. Так, а штукатурить теперь нужно. Так, а что мы выберем? Белый кирпич можно. Можно просто белые, типа плиты бетонные какие-то. Или типа под дерево. Под черное дерево, под белое дерево. Так, а что у нас будет, если мы захреначим вот этим? Это точно белый цвет? Нет, но мне нравится. А, так это прям всю стену прошли. Блин, удобно. Отлично просто. Так, ведро менять не буду, чтобы потом цвет вдруг у нас не сбросился. Проще два раза сбегать, или три раза, или четыре. Чем потом цвет этот искать. Я думал вообще какой-нибудь беленький сделать, ну ладно. Зато подоконники менять не нужно. Как-то выглядит более-менее. Хотя на самом деле можно было бы сменить. Как раз мы сейчас на возвышенности приличной. Поэтому нам поменять их не составит никакого труда. Внутренняя работа штукатурная. Так, ну-ка. Чем мы тут можем выбрать? А, так тут нифига и нет, понятно. Все, менять не будем. Менять не будем. Окошки оставим. Сойдет. Хотя, на самом деле, наверное, можно было бы их уже и на черный поменять. Хотя пусть будут белые, хоть что-то будет выделяться. А то у нас крыша черная, все черное. Ну-ка. Не, черные окна не то. Совершенно не то. Так ведь? Хорошо выглядят. Пусть будут белые. Так, штукатурная работа. Как нам в хату попасть? Дрелька нас впустит. Отлично. Так, что здесь? Оштукатурите стены с помощью штукатурного агрегата. Это мы можем. Это несложно. Сейчас все стены захреначим. Вот даже до потолка достаем. Слушай, охренеть. Вот это приятно.
Так. Теперь здесь. Так, тут вроде как готово. Так, теперь следующая комната. Маленькая, кстати, капец. И вот здесь. Дальше второй этаж. Фух. Так, я ж надеюсь, я все отштукатурил или нет. Кек. А чё там куски не сгладились? Как-то оно странно все это работает. Так, тут нормально, тут нормально. Тут тоже, тут тоже. Свет так падает. Отлично.
Так, эта комнатка все. И второй этажик нужно сгладить, так сказать. Кстати, потолок я тут сделал? Да. Девяносто 8%. Чего-то где-то не хватает. Девяносто 9%. Интересно. Очень интересно. А нам полы не нужно? Нет. Ой. Выровнено. А вот эта штука тоже выровнена. На первом этаже косяков не вижу. Ну, вроде как все отлично. Что-то где-то явно забыл. А где я хз? Проходы тоже вроде все красивые, ровненькие. Скажет, что не так. Надо хоть сесть чуть поудобней. Я не знаю. Давайте сейчас херанем. А, то есть оно и не устанавливается, потому что уже готово. Это разве что где-то в окнах может быть. Но там все красиво, чисто. Тут тоже. Это перекладина нормальная. Здесь потолок нормальный, стены тоже нормальные. Коридорчик. О, вот этот проемчик, не? Нет, здесь все четко. Тоже все отлично, тут все отлично. Окошки как окошки. Что здесь недоделано? Короче, надо пройти каждую стену заново, походу. Может, где-то он разочек шваркнет. И что-то у нас изменится. Все стены заново. Может, где-то не довозюкнул. Кто его знает. Это тоже готово все. Так, все плоскости стен тут прошли.
Вообще нифига. Значит, глюк. Какой-то глюк. Что нам с этим делать? Может, сохраниться и загрузить? Попробовать. Может, игра расчехлится немножко. Сейчас попробуем. Но я не уверен, конечно. Но что-то не доделано. Штукатурьте внутренние стены. Сделал. Выровняйте стены с помощью лопатки. Сделал. Есть. А, не, они на полу, там кирпичи, все нормально. Думаю, что там такое на полу у нас. Если пол можно было типа штукатурить вот это на первом, ой, на втором этаже, я бы это сделал, но этого делать тут нельзя. Они штукатурятся. Проемы, все красиво. Все здесь прям классно-классно. Но у меня есть такое подозрение, что нам придется загружать готовый домик, потому что с этим что-то не так. Блин, я окно выбить даже не могу. Что сканер делает? Хрен его знает, что делает сканер. Так, продадим изоляционные плиты лишние. Может быть, что-то наружку вылезло? Нифига нет. Леса поразбираем пока что. Я знаю, что половина еще остается тут. Мы сейчас хоть основную массу посносим. Обида. Видите, как не зря, что у нас есть третий режим игры, в котором можно уже все подряд делать. Сейчас мы сохранимся, перезаписать, да. Так, а мы можем для теста сравнить, что у нас будет отличаться. Ну-ка, режим игры, дизайн интерьера. Жаль, нельзя готовый дом загрузить, который мы прям построили. Только проект. Посмотрим, чем отличается. Ну, внешне это понятно, окошки это понятно. Кстати, а мы что, не можем перекрасить? Сразу в наш цвет. Короче, если так делать все по-нашему, тут прям делать и делать еще придется. А так в целом, да. Вот все как и надо. Все готово, все классно. Ну, плитку да тут поменять, а так в целом
Все нормально. Кстати, мы забыли дверь входную поменять. Давайте ее сразу сменим. А, я стройку включил, типа заново, надо было саму игру загрузить. 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 Оно нет. Тут сейчас попересохраняем всякую фигню непонятную. 99, чтоб тебя, тварюка. Так, какие тут вообще двери есть? О, прикольные. Под окошки типа, да? Вообще какая-нибудь коричневая сюда. Ой, не коричневая, нет, а черная. Черная неплохо. Деревянненькая тоже хорошо выглядит. Но прям в глаза слишком сильно бросается. Белая слишком, я думаю, надо черную ставить. Черная будет нормально смотреться. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.